Согласно истории, в ночь с 7 на 8 ноября по новому стилю, а по старому стилю с 25 на 26 октября 1917 года в Петрограде произошло восстание. По сигналу выстрела крейсера «Аврора» вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец, свергли временное правительство и провозгласили власть Советов, которая просуществовала 73 года. В 20 веке день Великой Октябрьской социалистической революции считался величайшим событием, изменившим ход мировой истории. В течение всей советской эпохи 7 ноября был красным днем календаря, то есть государственным праздником, который отмечали не только особым цветом в ежедневнике, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом городе страны. В честь этого создавались тематические группы, назывались села и районы, улицы, предприятия, кинотеатры. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза. В календарь праздников Российской Федерации были внесены изменения. 7 ноября утратил статус праздничного дня. На смену ему пришел День народного единства, отмечаемый 4 ноября. Но есть и такие страны, которые традиционно празднуют этот день 7 ноября под старым названием «День Октябрьской революции». В их число входят Белоруссия, Приднестровье и Киргизия.